Хотите побывать на седьмом небе? Пожалуйста. В Останкинской телевизионной башне открыт новый ресторан, который так и называется «Седьмое небо». Официантки, как на борту самолета, одеты в форму стюардесс. Если вы заметите, что ресторан начал медленно вращаться, не удивляйтесь. Это конструкторы позаботились о том, чтобы вам было удобнее рассматривать панораму столицы. С высоты 330 метров Москва, как на ладони.